меня кроссовки за 150 тысяч и плащ за 200. Пиздец, они там в Москве с жиру бесятся. Я открою. Да куда ты? У тебя руки в мыле. Братан, я криминалом не занимаюсь. Давай без меня. Ты вообще дебил? Ты о нас с сыном подумал? Наташ, не лезь. Сыну рюкзак нужен. Мне сапоги. И про ремонт Леша правильно сказал. Давно пора. А ты от денег отказываешься? Наташ, меня ж посадить могут. Мне зуб надо доделать. А у мамы давление скачет. Ее в клинику надо везти. А еще у нас, считай, ипотека. А ему, видите ли, денег не надо. Охренеть! Жень, давай на тебя второй кредит возьмем. Отвали, а. А хочешь, я тебе чаю сделаю? Нет. А бутерброд? Ты можешь не мешать, пожалуйста? Мужик работает. Леха, ты что, дурак? Это подпольное казино, тебе ноги сломают. Женя, а почему Леша думает о нашей семье больше, чем ты? В смысле? Ты совсем не хочешь нам помочь. Ты от денег отказываешься. Ты вообще нас с сыном не любишь, тебе плевать, вот таким ты стал. Ладно, ладно, Наташ, ну не реви. Да потому что я устала. Мне хочется нормальной человеческой жизни. Мы с тобой когда поженились, ты что мне обещал? Что все будет хорошо. Что там надо перекрыть? Давай, рассказывай. Леха, ты что, дурак? Это подпольное казино, тебе ноги сломают. Женя, а почему Леша о нашей семье думает больше, чем ты? В смысле? Ты совсем нас с сыном не любишь. Ты совсем не хочешь нам помочь. От денег отказываешься. Вот таким ты стал, тебе плевать. Ладно, ладно, Наташ, ну не реви. Я так устала, мне просто хочется нормальной человеческой жизни. Мы когда женились, ты же обещал, что все будет хорошо. Что там надо перекрыть? Давай, рассказывай. Может, пойдешь поработаешь? Так нет работы. Еще одну работу найди. Я искал, нету. Наташ, слушай, мы нормально живем. Не шикарно, но нормально. Что тебе не нравится? Не в этом дело. Извини, я просто расстраивать тебя не хотела. Что такое? Мне операция нужна по женской части. Там все серьезно. Ты меня не обманываешь? Жень такими вещами не шутит. Блять. А сколько денег надо? Миллион. Твою мать! Я что-нибудь придумаю.